Министерство здравоохранения республики выдало в 2020 году всего 135 лицензий, по которым бизнес может оказывать населению медицинские услуги. Это на 16% меньше, чем годом ранее. Также по сравнению с 2019 сократилось число переоформленных лицензий – 458 против 607. Снижение связали с низкой предпринимательской активностью в период пандемии. При этом, по словам министра здравоохранения Максима Забелина, в республике продолжают сокращать сроки оформления документов, чтобы создать более комфортные условия для бизнеса. Так, срок предоставления медицинской лицензии в Башкортостане составляет 23 дня, при федеральных требованиях – 45 дней.